Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем нарисовать рисунок на 23 февраля. Сейчас мы будем рисовать мальчика. Отмечаем. Вот отсюда у нас будет мальчик идти до сюда. Рисуем, отмечаем ему голову. Какая у него примерно будет? Вот до сюда. Здесь начинаем рисовать первое. Пилотку. Или как она правильно называется. Так, она будет где-то на голове у мальчика. Звездочку такую нарисовали. Далее мы рисуем лицо. Вот отсюда будет идти ушко. Брови. И носик. Такой вот носик у нас идет. Теперь мы будем рисовать с вами глазки. Другой классик рисуем здесь вот. Ротик рисуем. Вот отсюда он будет ротик. Такой вот у нас получился мальчик. Ребята, подписываемся. Теперь мы пишем цифру 23. Сначала мы рисуем. И теперь рисуем 3.
здесь рисуем звезду. Звезду старайтесь рисовать, чтобы у вас все концы были одинаковыми со всех сторон. Если у вас не получается, можете нарисовать по линейке, померить линейкой, и у вас будут одинаковые концы. Не забывайте подписываться на меня ВКонтакте. Там вы можете выкладывать свои рисунки. По звезде мы рисуем еще одну звезду. ВКонтакте также я написана Анчик Нарисуйка. Там вы можете добавлять свои рисунки, которые вы рисовали по моим видео. Подписываемся на мой канал на YouTube. Мне приятно, что вы смотрите мои видео. Вот такая у нас получилась звезда. Красивая. Рисуем девочку тоже. Сначала она будет идти отсюда. Рисуем ей помаду. Звездочку так рисуем. Теперь начинаем рисовать лицо девочки. Ушко. Здесь волосы у нее идут. Прическа. Далее рисуем брови. И глазки рисуем. Носик рисуем. И ротик. Начинаем рисовать.
Сейчас мы будем раскрашивать звезду. Я их уже ввела карандашами простыми. Это у меня такие карандаши. Закрашиваем воздух.
Теперь девочку разокрашиваю.